Праздничная программа «Заботливые руки и добрые сердца», посвященная Дню социального работника, состоялась в районном доме культуры города Михайлова 7 июня. Первый, кто был приглашен на сцену, была начальник управления социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области Наталья Бирюлина. Разрешите мне от Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области, от нашего министра Валерия Сергеевича Емца поздравить вас с наступающим профессиональным праздником. Мы его отмечаем уже 18-й раз, и 2018 год – это год юбилейный, исполняется 100 лет органам социальной защиты. Этот год ознаменовался большими достижениями в сфере социальной защиты и социального обслуживания. Мы успешно реализуем задачи, поставленные перед нами Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Исполняем дорожную карту, внедряем новые технологии. Но, конечно же, большой вклад в эти достижения внесли вы, социальные работники и сотрудники органов соцзащиты, которые проживают на территории Михайловского района. Все работники Михайловского района – это наши достижения. Не случайно поэтому в 2018 году уже Михайловский район включен в пилот федеральный по созданию системы долговременного ухода на территории Рязанской области. Всего из Российской Федерации 6 субъектов включены в этот федеральный проект и доверили Михайловскому району реализовать этот проект одним из первых на территории не только Рязанской области, но и Российской Федерации. Наталья Викторовна после выступления приступила к награждению. Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области за усердие была вручена Наталье Грязевой. Ирина Будукина была отмечена почетной грамотой губернатора 240 лет Рязанской губернии за многолетнюю добросовестную работу в социально-трудовой сфере и в связи с профессиональным праздником наградили Наталью Мотареву. А коллектив Михайловского дома-интерната был удостоен свидетельства о занесении на электронную доску почета. Далее слово для приветствия и поздравления ведущие мероприятия Юлия Ермилова и Денис Комаров предоставили Ирине Перловой, начальнику общего отдела администрации муниципального образования Михайловский муниципальный район. Уважаемые, дорогие сотрудники социальной службы Михайловского района, от имени депутата Рязанской областной думы Владимира Карповича Сидорова, главы администрации Михайловского муниципального района Евгения Владимировича Сидорова, от всей администрации поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, а также со столетием социальной службы России. Хочется в этот день поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд, нелегкий, порой такой тяжелый и ненормированный. Вы вкладываете душу, частицу своего сердца в своих подопечных. Хотим пожелать вам доброго здоровья, успехов в вашей нелегкой деятельности, а также тепла и света вашему дому. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня социального работника Ирина Николаевна вручила почетные грамоты Рязанской области социальным работникам Оксане Черкасовой и Елене Руновой. А почетные грамоты глава администрации муниципального образования Михайловский муниципальный район получили инспекторы по учету Ольга Корнеева и Ольга Маштакова, социальные работники Ирина Лисицына и Вера Грибкова. Валерий Мамонов, специалист по охране труда, Светлана Акишина, палатная санитарка и Валентина Чекучинова, старшая медицинская сестра. В тот день также на сцене Дома культуры выступил с речью в адрес виновников торжества заместитель главы администрации муниципального образования Михайловское городское поселение Дмитрий Дмитриев. Вы всегда там, где тяжело, всегда там, где людям трудно. И, в общем-то, все равно, что бы ни случилось, да и в государстве, и в субъекте, и в районе, всегда за всеми оперативными службами, всегда-всегда идете вы. Без вас не обходится нигде и никто. И вместе с вами благодарности хотелось бы вам пожелать, во-первых, здоровья крепкого, во-вторых, больших зарплат, что, наверное, очень важно в вашей профессии, вот, и профессиональных успехов, чтобы все ваши планы, они сбылись. И в этом пилотном проекте, который уже озвучено, о котором мы уже слышим полгода, вот, мы с вами также, в общем-то, с удовольствием поучаствуем, с удовольствием вам поможем, и район, и город. И я думаю, добьемся мы замечательных успехов. С праздником вас!
За высокие показатели в работе в связи с профессиональным праздником были отмечены социальные работники Екатерина Ястребова и Ольга Фетисова, сантехник Павел Никишин, Ольга Рассказова, палатная санитарка. Для всех, кто связан с этим событием, была подготовлена концертная программа, которую исполнили михайловские артисты. Трудятся, чтобы было мирно. Не ложатся спать, ведь забыли о сне. И каждый раз понимаешь их любовь всемирно. Ведь помогут тебе, точно помогут тебе. До ночи трудятся, чтобы было мирно. Не ложатся спать, ведь забыли о сне. И каждый раз понимаешь их любовь всемирно. Ведь помогут тебе, точно помогут тебе, соцработник поможет тебе. Владислав Окорков, Александр Каратаев и Евгений Быстраков специально для Михайлов ТВ.